Итак, снова всем привет. Продолжаем тестировать связку на 775 сокете. Процессор Core Quad 9650, 3 ГГц. Я его разогнал до 4 ГГц. Также оперативки 8 гигов. Так, вот видим, что разогнан до 4 ГГц. Видеокарта GTX 970. Также разогнал ее. Сейчас будем тестировать прирост в играх, какой получился в FPS. Так, и начинаем опять с GTA. Показываю, что все настройки также на максимуме. Отражения все на максимуме. X8 тоже. Так, запускаем тест производительности. Снимаю также на внешнюю камеру, чтобы FPS не проседал от записи или от трансляции. То есть чистый FPS, честный. Напоминаю, что процессор разогнал на 1000 ГГц до 4000. И охлаждение не справляется, воздушное. Надо либо какой-то кулер более хороший, либо водяное охлаждение. С таким нагревом, конечно, играть долго не вариант. 75 градусов — это много очень. Даже разогнанный процессор все равно на 100% загружен, как и видеокарта. Только нагрев получили большой, почти до 80 градусов. Надо будет еще глянуть FPS, как прирос или нет. Так, ладно, переходим к следующей игре. Так, Battlefield 1. Показываю также все настройки на максимуме. 2560 на 1080, 75 Гц. Тут все на ультра.
ту же самую сцену включаем, что и на неразогнанном проверяли. Итак, смотрим, что мы имеем в этой игре после разгона процессора и видеокарты. Так, ну и процессор и видеокарта нагружены на 100%. 53 FPS у нас, 52, 50. Нагрев процессора также максимальный, близок к 80 градусам. Долго бы я бы играть, конечно, не стал бы на такой температуре. В среднем 45 градусов, 45 FPS получается у нас в Battlefield на разогнанном. Тут даже 60 FPS. А, ну это потому что близко стоял, поэтому FPS больше. Если в землю смотреть, конечно, FPS больше. Ну все понятно, переходим к следующей игре. Переходим опять к Ведьмаку третьему. Смотрим все на максималках. Так, AirWords опять включаем. Сначала проверим с включенным. Все на максимуме, как вы видите, опять. Так, продолжим. Где у нас тут? В этот раз я не стал World of Tanks тестировать на разогнанной системе, так как смысла нет, потому что оно и не на разогнанной выдавало 75 кадров на максимальных настройках графики. Поэтому я сразу перешел к Ведьмаку. Посмотрим, сколько Ведьмак выдаст на разогнанном до 4 ГГц Quad и 970 NVIDIA. Так... Ну, я уже вижу, что в прошлый раз было 34 кадра. Так, в этот раз 40. То есть прирост 6 кадров. Разогнанного и неразогнанного процессора с видеокарты. Хотя вот здесь просело 36. В лесу 36. Было 34 в лесу. Так, сейчас проверим с отключенным Хейрворксом. Здесь уже так 45 кадров. Ну это тоже более-менее играбельно. Но опять же у нас разрешение 2560, а не Full HD. То есть более высокое разрешение. Ну вот так, на этом заканчиваем
обзор в разгоне. Смотрите, сравнивайте, думайте, что из этого всего получилось, а стоило, вообще не стоило разгонять. Но здесь хотя бы температура адекватная. Здесь мы видим, видеокарта раскрывается полностью этим процессором. В отличие от Battlefield, на Battlefield, конечно, процессор нужен помощнее, видимо, чтобы раскрыть полностью видеокарту. Но все равно неплохо, учитывая, что я покупал этот процессор в 2009, по-моему, году, или 2008 даже. То есть процессору уже около 10 лет. Ну все, до свидания всем, пока.